24 августа 2023 года, гектарная плантация фундука сорта Трапезунд. Нахожусь в поместье Юсуфа, чьими саженцами я занимаюсь. Вот сейчас пару веток я пригну и покажу загрузку. Сад без всякого полива, на полном суходоле. Последние две недели температуры на солнце выше 50 градусов. Градусник не мог даже показать полную температуру, потому что градуировка заканчивалась. Но тем не менее, вот он урожай, я вам его показываю. Вот еще подогнул веточку. В условиях полупустыни растет фундук сорта Трапезунд. По крайней мере, в этом месте. Это старый яблоневый сад советских времен, и он загущается Трапезундом. То есть яблони здесь уберутся, а Трапезунд останется. Вот молодые деревца. Тоже никто за ними не ухаживает, не поливает. Пусть медленно, но сами они поднимаются и начинают давать хорошие урожаи. Я занимаюсь саженцами, полученными на этой плантации. Саженцы получаются методом отделения порослевых побегов с зачатками корня, укорачиванием их до 30-40 см и доращиванием 2 года в школке. Кому надо, обращайтесь. На этом я с вами прощаюсь. Добромира, привет из Крыма.